Здравствуйте, уважаемые пчеловоды! Приветствую вас на YouTube-канале магазина Улей. И сегодня мы вам покажем, как работает бочковоз. Начнем с размеров. Размер по колесам 76 сантиметров. Так, теперь размер по лапам 54 сантиметра. Внутренний размер колес по колесам 57 сантиметров. Так, высота бочковоза. Так, 1,40 м. Так, и расстояние между лапами 34 сантиметра. Также бочковоз можно использовать как на двух, так и на трех колесах. Кронштейн съемный. И сейчас мы попробуем перевести бочку. Подводим бочковоз к бочке. Для того, чтобы сдвинуть бочку, нужно усилие. Поэтому нам нужно приложить немного усилий, чтобы ее приподнять. Бочковоз мы загоняем под бочку. Все, оставили ее. Теперь крюком фиксируем. И наклоняем ее на себя. Ну вот и все. Теперь можно перевозить. Колесо также двигается в различных направлениях. То есть вам будет очень удобно. Она очень легко в управлении. Ссылка на этот товар будет под этим видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока, с вами был Андрей.